Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такую вот небольшую горку мультитулов Ганза я получил от официального представителя этой компании в России и на Украине. И, честно говоря, хочу поделиться следующей информацией. Ну, обзоры этих мультитулов, понятно, что будут. Но на самом деле, компания Ганза, как любой крупный производитель, делает их, ну, достаточно однообразными с точки зрения наполнения. И я подумал о том, что хочу произвести небольшой розыгрыш, а после обзоров провести тесты этих мультитулов. Розыгрыш будет заключаться в следующем. Он будет такой чрезвычайно субъективный. Я бы очень хотел попросить вас написать в комментариях к этому ролику, какие тесты мультитулов вы бы хотели увидеть. Максимально подробно напишите, может быть, вы где-то видели интересные тесты, может быть, вы хотели бы, чтобы что-то с ними было сделано, и я пущу вот эти мультитулы в тестирование. Со своей стороны хочу сказать, что меня максимально интересуют тесты пассатижи. Что ими такое вот можно действительно поделать, что несложно организовать, то есть, как бы, ну, по крайней мере, можно было бы как-то сделать какую-то имитацию достаточно тяжелой работы. Дело просто в том, что приблизительно 5 лет назад один из моих друзей пожаловался мне о том, что мультитул Ганза он во время работы сломал. Причем во время, в общем-то, той работы, для которой он действительно был предназначен. Вот и хочется посмотреть. Ведь наверняка китайский производитель очень заметно повысил качество своей продукции. Но мы с вами имеем возможность это проверить. Тем, кто напишет самые интересные три предложения по поводу того, как тестировать эти мультитулы, на мой субъективный взгляд, те люди получат, ну, то, что останется после тестов от меня в подарок, если, конечно, захотят забрать. Это розыгрыш будет уже проведен после тестирования, я оглашу результаты, что мне понравилось. Но, друзья мои, давайте, пожалуйста, вы создадите мне такой некий экспериментальный полигон, некоторое количество задач, которые я смогу реализовать в тестах вот этих мультитулов. Ну и, кстати, учтите, что сейчас зима, снимать я их, скорее всего, буду на улице, поэтому нужно как-то будет подготовиться к тому тестированию, которое должно быть проведено. Но возможностей у меня теперь довольно-таки много, и, по крайней мере, есть что тестировать. Друзья, пожалуйста, еще раз пишите в комментариях, и мы разыграем потом вот эти замечательные мультитулы.